церковь, где мы молимся за друг друга. Это очень важно, молиться. Молиться. Молитва – это разговор с Богом. Таинственная молитва – это когда мы, знаешь, вот, не свои нужды решаем, да, а приносим нужды других, да, перед Богом. И потому что Господь есть ходатай. Он есть ходатай, и Он ходатайствует за нас. И если ты молишься и ходатайствуешь за кого-то, у тебя Дух Христов. И это очень важно. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. И давайте мы совершим еще одно служение. Можете взять свои пожертвования. И у нас под видео есть реквизиты, и вы можете по этим реквизитам тоже отослать свои пожертвования. Написано в Слове Божьем. Каждый уделяй по расположению сердца. Расположение чего? Сердца. Ни с огорчением, ни с принуждением, но доброхотно дающего. Доброхотно дающего любит Бог. И Бог силен. Бог силен, мой Бог силен. Обогатить меня, скажи, обогатить меня всякою благодатью, чтобы я всегда и во всем имел всякое довольство и был богатый на всякое доброе дело. Бог хочет, чтобы ты имел довольство, чтобы ты не был в нужде, чтобы ты был богатый на всякое доброе дело. И богатство у нас от Бога, и Бог нас обогащает. Но Он есть жертвенный. Написано конкретно в Слове Божьем, да, сеющий в дух пожнет что? Жизнь вечную, а сеющую плоть пожнет тление. И вот очень важно нам сеять в дух. Да? И когда мы сеем, сеем Царство Божие, сеем распространение Слова, это мы сеем в духе. Пусть Божья благодать пребудет с тобой. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя и прославляем Тебя. И мы, Господь Бог, мы сеем наши семена, Господь Бог, мы в Твое Царство. И Ты, Господь, прославься, возвелиться Ты. Я прошу Тебя, благослови каждое семя. Благослови, Господь Бог мой, каждую руку дающего. Ты, Господь, яви свой свет и свою славу и умножь во сто крат. Благослови ту руку, которая не может давать по каким-то причинам. Дай откровение, дай семя и умножь во сто крат. И пусть наши семена, Господь Бог мой, Твоей славы, Твоей силы, они, Господь Бог мой, сеются нами, Господь, повсеместно, Бог мой, Господь, на этой земле. И пусть Твой свет, Твоей славы распространяется до краев земли. И мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя, прославляем Тебя, величаем Тебя, превозносим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Воздайте славу Господу. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. И драгоценное, в прямом эфире мы с вами прощаемся. Пусть Господь благословит вас. И очень важно, чтобы там собирайтесь, где вы есть, пейте чай, кушайте, общайтесь. И в общении это очень важно, да, потому что есть основное время служения, где мы можем как бы там специально что-то говорить, да, там, да, и где мы просто задаем друг другу вопросы, как бы говорим, общаемся, да, и это очень важно. И потому что после преломления хлеба в общении и преломление хлеба, общение и преломление хлеба, и в учении. Да, и вот важно, да, важно учение, общение и преломление хлеба. Когда преломление хлеба – это свет. И то и действие. Понимаете? Это очень важно. Если вы не понимаете, это очень важно. И то и действие. Амен. Аллилуйя. И мы благословляем вас с миром Божьим. Пусть Бог вас благословит. Нет, Бог вас уже благословил. Аминь. Так благословил вас Бог большими, особыми благословениями. С мир в доме. Слава Божья сопровождает вас. Помазание Божье на тебе. Ты здоровый, крепкий и в процветании. Ты благословенный человек и благословляешь многих. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу.